Ну что, гурманы, шашлычок уже попробовали, а? Охота разрешена. Вот. Лицензия. Все законно. Вот. Да речь идет не о браконьерстве. Вот вы разделали на шашлык мясо дикого кабана. А животное это всеядное. И питается не только желудями и кореньями. Ведь мясо-то в ветлаборатории не побывало. Так мы же не первый раз охотимся. И как положено, всегда едим после охоты свежатину. Вот видите, как мы ее прожариваем. Вот, возьмите. А это что? Внутри-то оно сырое. А если он болен трихинеллезом? Ведь вы же рискуете не только своим здоровьем, но и своей жизнью. Обойдется. Обойдется ли? За легкомыслие всегда неизбежна расплата. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. На что жалуетесь? Общее недомогание, головная боль, трудно дышать, болят мышцы. С чем это вы все связываете? На прошлой неделе был на охоте. Воскресенье. Завалили кабана, попробовали свежатину, шашлыки. Когда впервые появились эти признаки? На третий. Нет, на четвертый. На четвертый день плохо себя почувствовал. В общем, температура была 38,5, вот так. Кто-нибудь из ваших друзей заболел? А вот этого я не знаю. Откройте рот. Так, хорошо. Наклоните голову. Больно. Так, все ясно. А теперь идите на первый этаж и сдайте кровь на клинический анализ. Спасибо. Трихинеллез – это остро протекающее гельминтозное заболевание домашних диких животных и человека. Возбудитель болезни – круглые паразитические черви трихинеллы. Инвазированное мясо, попав в желудок, переваривается. Личинки трихинелл освобождаются от капсул и продвигаются в тонкий отдел кишечника. Внедряются в слизистую оболочку, располагаясь между ворсинками. Самки оплодотворяются. В матке формируются личинки. Трихинеллы – живородящие паразиты. На четвертые сутки после заражения каждая самка отрождает до 2000 личинок. Они внедряются в лимфатические и кровеносные сосуды, разносятся по ним во все органы и ткани. Но основная масса избирательно локализуется в скелетных мышцах, где личинки проходят несколько стадий развития. Мышечные волокна утолщаются, теряется поперечная исчерченность, веретеновидно расширяются, личинка скручивается, становится инвазионной, формируется капсула, которая приобретает форму от овальной до круглой. Во всех других тканях и органах личинки погибают. К трихинеллам восприимчивы более 100 видов диких и домашних млекопитающих, которые заражаются при поедании инвазированных мясных отбросов,
падали и животных. Циркуляция трихинелл происходит как в природном биоценозе среди диких животных, так и в синантропном среди домашних и грызунов. Совокупность и особенности пищевых связей между этими биоценозами создают угрозу заражения человека. Основные признаки трихинеллеза – отек лица, лихорадка, боль в мышцах, кожные высыпания. Для выявления специфических антител в сыворотке крови с целью подтверждения диагноза, как в медицине, так и в ветеринарии, широко используют реакции связывания комплемента, непрямой гемагглютинации и иммуноферментный метод. Во Всесоюзном научно-исследовательском институте гельминтологии имени Скрябина отрабатывают и внедряют перспективные методы иммунологической диагностики трихинеллеза животных. Самый эффективный – метод иммуноферментного анализа. Для постановки реакции используют полистироловые планшеты, сенсибилизированные антигеном, контрольные сыворотки, конъюгат и другие реагенты. Оценку результатов проводят по интенсивности окрашивания лунок. Это положительная реакция, а это отрицательная. При индивидуальных заболеваниях людей с неустановленным источником инвазии в медицинской практике применяется биопсия. Мышечная ткань подвергается трихинеллоскопии. Лечение трихинеллеза в зависимости от клинической картины проводится амбулаторно или стационарно. Для терапии широко применяют трихинеллоцидные препараты. Лечение у животных не разработано.